Управлениями ФСБ и МВД России по Тверской области при силовой поддержке подразделения Росгвардии пресечена деятельность преступной группы, причастной к изготовлению оружия, модернизации гражданских образцов в боевые аналоги и их последующему сбыту на территории Российской Федерации. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в Тверской области, из незаконного оборота изъято значительное количество оружия и комплектующих для его изготовления, боеприпасов, взрывчатых веществ, 2 гранаты, 2,5 килограмма взрывчатых веществ, приборы для бесшумной стрельбы, более 500 боеприпасов различного калибра. Ликвидированы 2 подпольные мастерские по изготовлению и модернизации огнестрельного оружия. Проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех лиц, причастных к деятельности преступной группы, продолжается.